гости и друзья моего канала. С вами Марина и мой канал Марины Орхидеи. Сегодня мы с вами будем пересаживать вот такой замечательный фаленопсис. Это Golden Leopard. На горшочке выбито название. Фотографию я вам вставлю, как он цвел. А причиной того, что его нужно пересадить, послужило то, что он болтается в горшке. Ну и, конечно же, посмотреть, есть ли там торфяной стакан. У меня все орхидеи растут, располагаются на мокрых пяточках, поэтому мне не нужно наличие этого торфяного стакана. Ну и все, поехали. Обжимаю горшок. Орхидея у меня находится с 8 марта. Да, торфяной горшок есть. У этой орхидеи есть растущий листик. Цветонос я обрезала. Здесь есть живая почка. Она тоже решила двинуться в рост. Есть подсушенные корни. Я их сейчас уберу. В торфяном стакане корни замечательные. Все, я сейчас орхидею помою и обрежу все, что не живое. Все, орхидея чистая. Сейчас буду обрезать все, что мне не нравится. Здесь вот такие сухие корешки. И еще я уберу вот этот маленький листик для того, чтобы заглубить в посадку мою орхидею. Так, убирается нелегко и просто. Сейчас я его буду делить. Надрываем пополам и растягиваем в разные стороны. Это делается для того, чтобы не осталось следов и он не мешал росту новых корешков. Начинаем обрезку. Корни пересушены, но концы хорошие. Такой корень я оставлю. А здесь наоборот, корень хороший, а кончик подгнивший. Обрезаю до живого. Я надеюсь, мое видео будет полезно всем, кто купил орхидеи или получил подарок на 8 марта. Что с ними делать? И это касается, конечно же, тех орхидей, которые уже отцвели. До тех пор, пока орхидея цветет, мы ее не трогаем. Корневая масса. Я приготовила вот такой горшочек
он чуть больше 12-го, но чуть меньше 14-го, и у него нет выемки. Ну, посмотрим, как сядет орхидея. Возьмем насыплю дренажки розит. Напомню, не орхидея будет стоять на мокрых пяточках. И посмотрим, как садится орхидея. Хватит ли ей места. Начинаем ее закручивать без нажима, без усилий, чтобы не повредить корни. И еще, чтобы орхидея не болталась, я поставлю палочку. Сейчас корни чистые, я их вижу, и я могу поставить палочку до самого дна. Кора у меня архиата. Фракция 18-25. Я буду засыпать ее. Еще я возьму немножко коры из посадки. Тоже добавлю. Добавить родной микрофлоры. Постукиванием я добиваюсь, чтобы кора просыпалась пониже, заполнила весь горшочек. Здесь осталось немножко карманов воздушных, но это и хорошо, есть место, куда расти корням. Наверх я уложу такие остатки мха, это все, что у меня осталось, даже шишка, совсем немножко, и потом пролью орхидею. Жду свежий мох, обязательно расскажу, у кого его покупаю. Сейчас закреплю орхидею таким образом. Сейчас я пролью и принесу. Все, орхидея пересажена. Ставлю бирку. Хорошего роста. Через несколько дней я вам ее покажу. С вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Мы с вами еще пересадим очень много орхидей. Всем пока-пока!